вы не забывайте, что вы госслужащие. Сейчас знаю, что здесь всех налогов, что я плачу. Меня интересует вот номер приказа. Сейчас я вам объясняю. Если пойдет народ вниз и будет бить машину, кто там будет? То есть вы планируете, что народ может бить машины? Мы не знаем, что может. Мужик! Молодец! Вместо того, чтобы ехать те дороги, чем мы сейчас, каких-то операций, а тут мы все выставляли такой факт. Я хочу сюда пройти. А почему нельзя тут пройти? Только отойди, закрыл. Маша, гол. Взяли и кинули, ну суки, ну. Кстати, с другой стороны этот... Та Република Молдова став європейським сайтом зустріння деморації. Пентру Європа, да? Советский Европа! Голая жопа!